Приветствую, дамы и господа. Сегодняшний обзор у меня будет такого интересного камня. В общем-то, я его уже местами показывал, сейчас он подготовлен. Вот. И помимо этого хочу напомнить, значит, вот это такой апексный набор подготовлен был для Юрия. Сейчас хочу его показать. А заодно напомню, что такие наборы я делаю более или менее постоянно. Значит, это Quartz Crystallon. Жесткая обдирка, здесь камень получился, ну, с бланком 11, это без бланка 9 миллиметров. Вот, в принципе, Quartz Crystallon относительно выработать можно. Поэтому чуть-чуть такой потолще. Ну, собственно, вот такой вот на вид. Снятые фаски. Вот так вот это выглядит. Далее Medium India. Значит, у нее толщина почти 7 миллиметров, тут меньше. Подготовлена она, опять же, торцы, фаски. Камень из винтажного сделанный. Ну, в общем-то, как-то вот так. И вошито. Значит, договорились мы с ним, что если что, я ему свой комплект отправлю. По поводу моего комплекта апексного, то, чем я работаю, это вот, в общем-то, такая же Индия, такая и вошита. Вот со временем спрашивали, насколько она там засаливается и так далее. Ну вот, вот это вот вошита моя, она, ну, ножиков, наверное, 7 уже заточила. Такая у нее древовидная, интересная текстура. С нитевидными такими этими. Сейчас попробую показать. Вот так вот. Вот. В первозданном виде она выглядит, в общем-то, вот так. Эх. Все дело выглядит. И сразу хотел показать очень похожий слойчик. Ну вот, вы видите, сейчас ко мне, у меня есть еще один камушек, о котором дальше пойдет речь, с очень-очень похожим, с очень похожей текстурой. Да, кстати, спрашивали, то есть, ну, видите, да, как будто это самое, спрашивал просто меня человек, говорит, а что это за вошит, это Lily White или что это? Я говорю, я не знаю. Единственное, что я знаю, это вот то, что, ну, опять же, по породе, это то, что это из хорошего, из нужного карьера, скажем так. Вот. Значит, да, ну и размер здесь камня где-то, ага, стех фактически подгонял, но Индия чуть-чуть получается толще. Вот это вот я фактически подгонял. Вообще каждый камень имеет свой размер, то есть это вам не барайда, это все handmade, поэтому каждый камень, он вот свой какой-то размер имеет. Ну вот такой вот себе комплект. Такие комплекты в основном я делаю комплект либо вот так, вошита Индия, ну опять же, вошиты разные бывают, либо вошита карборундум. На самом деле карборундум некоторым нравится больше, ну такое, в общем. Так, Юрий, надеюсь, будет радовать.
Все, теперь переходим к, значит, вот этой штуке. Вот эту штуку я показывал. У Нортона есть такой спецразмер. Это 11,5 дюймов на 2,5 дюйма и на полдюйма. То есть 11,5 это, насколько я понимаю, да, это 200, там что-то 90 с чем-то. Вот, но у них это в основном в такой длинной коробке для там заточки под тележку и так далее, и так далее, и так далее. Комбинированных камней склеенных я у них никогда не видел. Значит, заезжает мне вот эта штука, ну, чтобы вы понимали, то есть то, что это Нортон, вопросов быть не может, потому что логотип. То есть логотип, вот это вот так вот он был, цельный камень. Кто шарит, понимает, вот так. Кто шарит, понимает, что это значок Нортон, да, и в принципе его немножко можно и, как это называется, попытаться прочесть. Вот, значит, приезжает ко мне вот эта вот штука. Я думаю, ну, наверное, с Корсы Индии. Нет, не с Корсы Индии. Значит, когда они маркируют вот так вот просто, как Нортон и все, это в основном шло на военку, на военные цели. Я так понимаю, с учетом того, что это достаточно свежий логотип, то это 80-е годы, когда официально вошито уже не производилось, и там типа ходил слушок, что вошито, так как ее там осталось мало, там т.т.т., она производится только для военных целей. В общем, как бы я не знаю, какой в этом был смысл, потому что вошито просто верхний слой сейчас продается под софт Арканзасом. Неважно. Важно, значит, есть вот такой вот камень. Я его пильнул, и у меня получилось два фактически полномерчика красавца. Значит, размер здесь 145 на 60. Вот, то есть размер достаточно уникальный, шикарный. Вот это, если вы знаете комбинашки, я показывал там Soft Индия, там Вашита Индия, они в основном шли с Корс Индией. Вот это, во-первых, не Индия, а во-вторых, она офигенного, достаточно мелкого зерна. Это что-то где-то между медиум и файном, но это не Индия. Это вообще непонятно что. Значит, цвета оно вот такого вот зеленоватого. Вот, по вот такого хаки какого-то. Значит, по отклику она, ну, по притирке по этому, она несколько мягче Индии, но буквально несколько. Скорость ошеломительная, скорость съема металла просто ошеломительная. Ход мягкий. Ну и сама вот эта вот вашита, софт, там, я не знаю, называйте что, как хотите. Такая же вот нитевидная структура, древовидно-нитевидная. Сейчас мы зафиксируем, вот вы видите. Очень красивая. Камень однозначно за счет такой вот текстуры, за счет это самое, сколько было опробовано, это достаточно быстрые и тонкие камни. Очень нравится мне в работе, собственно, как вы опять же могли бы заметить, ну, то вот мой комплект вот этот, который под эпоксоиды, я также работаю именно на такой же нитевидной древовидненной вашите. Вот, не то, что там хорошо или плохо, это вот просто попало сейчас в распил такой камень, который, в общем-то, пока это самое, и как бы вот эти полномерчики, они есть. Вот, вроде как показал, кому будет интересно, как обычно, в личку Фейсбука, на продаже они будут. Один так точно, не знаю по поводу второго, ну, один так точно будет. Просто, опять же, для, то есть комбинация для заточки, она идеальная. Если, допустим, Корс Индия с вашитой или там Корс Индия с софтом
в основном люди брали просто из-за софта, а Индия была как подложка, потому что на курс Индии мало кто работает. Вот. Но из-за того, что такая классная порода, там ты-ты-ты-ты-ты, да бог бы с ним, какая уже разница, в каком типа размере это все дело. То здесь это обе рабочие стороны, обе рабочие. Замечательно будет вот эта сторона отрабатывать для ножа. Поэтому кому именно и комбинашки интересны, очень рекомендую. Камень, опять же, уникальный, потому что я вот Нортоном занимаюсь, я у них знаю, ну, большинство всего, чего у них было. Я не знаю, что вот это за камень, что вот это они для военки, этого зеленого подсунули. Я не знаю, но работает оно просто огонь. Просто огонь. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Пока-пока.